17 действующих и бывших работников карагандинского отделения нацкомпании КТЖ были вовлечены в преступную группу. Им покровительствовал сотрудник полиции. В рамках анализа причин схода поездов с рельсов по всей республике выявлено крупное хищение материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры. Управлением по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции на транспорте пресечена деятельность преступной группы, которая в течение 2 лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей. По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты. Предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 миллионов тенге и порядка 800 тонн материалов, отметили в прокуратуре. Установлены скупщики и местонахождение большинства похищенного, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили. Санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанаркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции. Напомним, в конце прошлого года 19 вагонов сошли с рельсов в Карагандинской области.